Команда Vitagro выиграла первый свой тур в международной лиге. Какие впечатления? Самые замечательные впечатления. Мы как бы новенькая команда, первый тур у нас не особо удался, но мы собрались силами, усилили немножко состав и получили первое место, хотя после первой поразки, первого поражения в первой игре собрались, выиграли вторую, вышли на финал, ну и там уже оставалось закончить начатое. Что было самое главное в финале, чтобы выиграть? Еще раз, пожалуйста. Самая главная задача в финале, какая была, чтобы выиграть этот матч? Защита. Защита выигрывает чемпионство. И как будет в будущем? Какую мы команду увидим за месяц, за другой? Я думаю, состав у нас особо меняться не будет. У нас есть ребята, которые не смогли поехать на этот выезд. Они во Львове особенно останутся. Ну и на дальнейшем заглядывать сильно не будем. Поэтому, в принципе, я считаю, что состав будет оставаться таким. Ну что, спасибо, и тогда счастливой дороги домой. Благодарю, вам так.